Доброго вечера, господа нажиманы. Про подвес. Значит, свободный подвес. Ну и свободных подвесов я нашел только малыша термита. Да, ну чтобы вы понимали. Термит ножик маленький, да, он прикольно болтается. Как-то не сядь, как не встань. Все фэншу у Южного Креста вообще с этим хорошо. И даже его можно достать одной рукой, потому что ножны раздолбаны, и он, ну, короче, выпадает. Если так потрясти, он выпадет. Если мы берем тот же Южный Крест со свободным подвесом, но что-нибудь типа кедра, то ножны будут разрабатываться реально годами. Хрен ты его одной рукой оттуда выкварешь. То есть приходится брать, придерживать, хвататься за нож и доставать. Что я имел в виду, когда говорил про пластиковые подвесы? Вот новоприобретенный штурм. Ну, кстати, он, падал, вообще не заходит под это дело, потому что он неудобный. Он, видите, он висит на кармане. Вот так я его вешаю, просто клипсы на карман. Вот. И за счет того, что у него масса уходит в рукоять, то есть у него центр тяжести аж где-то только вот здесь. И это пипец неудобно. Теперь я знаю главный недостаток штурма, как минимум. У него вес уходит в рукоять. То есть им не очень удобно вот-вот. Я люблю, когда вес в клинок больше. Или хотя бы как-то поровну. Да? То есть здесь уже какой-то, не знаю, мне некомфортно, не суть. Короче, бедренный подвес. Да? Допустим, мы забрали штурм, вешаем сюда. Да, того же Грейва хотя бы. То есть мы видим, у нас уже нож, он всегда под рукой. То есть нам не надо куда-то сюда тянуться, туда тянуться. Да? Здесь мы вешаем на ремень такую фигню, да, тот же штурм мы вешаем на ремень. Я его, конечно, хрен повешу сюда сейчас, потому что надо пипец какой ремень неудобный. Но висит он вот так. То есть уже надо как-то вот неестественным образом руку изгибать, доставать. Здесь раз, все. Нож у тебя в руке. Вот. Что еще показать? Пример какой надо. А, сейчас покажу, что такое ножевой карман на бекасе. Вот бекас брюки. Вот ножевой карман. То есть, по идее, в него проваливается фикс достаточно солидных размеров. То есть, видите, целиком зашел смол, еще остается вот столько. То есть, нож вот больше смола. Может быть, вот настолько. Не маленький нож, может быть. Но, опять же, он маленький. Штурм в него не влезает уже по вот этим губам. Вот я пробую туда засунуть. Вот он доходит до этого. До губ и все, и дальше уже не лезет. Хотя там еще маленечко зазора есть. Но если все достаточно скрытно. На двух кнопках. Доставать нож ни хрена неудобно. Надо кнопки отодрать. И только потом доставать нож. То есть для скрытого ношения ок. Если вы готовы мириться с тем, что здесь постоянно наминает ногу вам внутри. А что касается... сейчас, секунду. Что касается подвеса ножа на карман, сенсей, блин, да, не маленький нож. Вот я беру его и цепляю. Кстати, у Кизляра так себе, между прочим, вот эти подвесы, мне не очень нравятся. Материться буду. Уберите детей от радиоприемника. Вот. Короче, висит отлично. Достается элементарно. Засовывается тоже. И плюс в том, что нож вот он всегда под рукой. Мне не приходится руку там как-то выкручивать, выдрючивать. И последнее. Чтобы совсем закрыть тему. Мора. Мора садится гораздо проще на карман. Ничего не весит, ни хрена не весит. Вот она. И внимание особо не привлекает где-нибудь там в деревне. Лазишь. И все. И в случае надобности вот нож всегда под рукой. Все. Не надо никуда там ничего. Вот карман. Вот рука прямая. Раз. И все. Ставьте лайк.